Ну, скори, мускари, мышиные, крысиные хвосты. Какая милота. Какие же они милые. Какие же они хорошенькие. Не фокусируются никак. Камера на мелких. Посмотрим на цену, сколько они стоят. 70 рублей. Их здесь несколько луковичек. Затрудняюсь сказать, по-моему, 7 штук, 6 по кругу и одна в центре. 7 луковичек. Пятьдесят рублей гиацинтик. Какие они милые, розовые, очень красивые первоцветы. А запах просто стоит очаровательный. Розовый милый миминишный розовый гиацинтик. Еще белые. Вот этот хорошенький белый. Милые розовые весенние тюльпаны. Посмотрим, сколько они стоят. 70 рублей. Милашки. Каланхоя за 50 рублей красного окраса. Хорошие кустики, крупные. И мирзики буша. Зеленый, яркий еще. 950 рублей. Шарики пушистые. Много сегодня зигапиталума в оценке. И здесь, не знаю, горшков 20-30, наверное. Все одного окраса. Вот такие полосатенькие, чернильные. Красавцы. Вот этот красивый экземпляр. Попробуем забраться немножко к тебе. Гости посмотреть. Хорошенькие. Неплохая корневая система. Все неплохо выглядят. Бульбочки хорошие вот у этого. Так, цену я не посмотрела. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. 150 рублей. На верхней полке тоже много орхидеек сегодня. Такая очень интересная по окрасу. Даже не знаю, она розовая, но она розово-горчичная. Язычок какого-то горчично-оранжевого окраса. Очень интересный цвет, кстати. Очень интересная. Посмотрим, цена у нее. Ну и цена у нее 450 рублей. У нее два
цветоноса, видимо, поэтому цена такая. Интересный розово-горчично-желтый окрас. Очень интересно смотрится. Любуюсь цветком. Пытаюсь его зайти со всех сторон, чтобы как-то рассмотреть. Окрас чудесный. Посмотрим на корни. Вот здесь вижу хороший верхний корень. Тоже неплохие корни. Много интересных орхидеек. Очень насыщенная вишнево-бордовая орхидейка. Вся практически в одном цвете. Ой, пятнистая какая красавица, еще одна. Тоже чудесная. Восхитительные сегодня орхидеи. Посмотри, цена, наверное, тоже дорогая. Тоже 450 рублей. Просто восторг, какие орхидеи. Посмотрим корни. Ну, корни не очень. Рядом еще одна красавица с глазками, собачка с глазками, очень красивый расцветки пятнистые. Цена у нее тоже такая же. Все по два цветоноса, сегодня 450 рублей. Чудесная окраска у этой орхидеи, посмотрите, кончики розовые, переходы от темного к светлому, язычок с желтизной, очень красивая орхидея. Посмотрим на ее цену, и она тоже стоит 450 рублей с двумя цветоносами. Она стоит 200 рублей, правда? Крупные цветы белые. Чудесные. Один цветонос. Корни как-то не совсем понятно. Неплохой сегодня выбор орхидеечек. Много пятнистых, интересных расцветочек. Очень премилые окрасы сегодня. Даже какая-то тигровая. Красавица. А вот этот цветок хорошо видно. Цена 200 рублей. Есть что выбрать при желании. Интересные очень орхидеечки. Красавец малиновый дендробиум. Милашка. Хорошенький экземплярчик. Цветы еще свеженькие. И ценник у нас 150 рублей.
свежий побег растет слева. Камбрии. Тоже 150 рублей. Цветы опали, но видно, что были чернильные. Их много здесь экземпляров. Все за 150 рублей. Еще одна красивая орхидея белая. Вянут цветы снова. Листья хорошие. Цена у нее тоже 450 рублей. Дама Бланш. Биглипы по два цвета носа. Каждый экземпляр стоит 450 рублей. Я их сегодня выбрала, чтобы сразу показать несколько экземпляров разных окрасов. Вот этот красивый, даже не знаю какой, кирпично, наверное, розовый. Очень интересный экземпляр. Очень красивый, видимо, сортовой цветок. Красавец. И корни у него восхитительные. Видно, какие корни мощные. Еще один красавец белый биглип, губки бантиком тоже, вот такой вот пятнистый еще красавец, и еще один пятнистый. Красивый сегодня орхидеи, но и цена, конечно, на красивые по 450 рублей. Корни у этого тоже отличные. Великолепные сегодня окраски. Просто мимимишные. Вот этот вообще чудесный. Очень красивый окрас. Восторг. Какие сегодня красивые орхидеи.